Закрытая переписка советника президента России Владислава Суркова. Эти документы хранились на его электронной почте. Конфиденциальные письма, социологические исследования, аналитические отчеты. Переписка секретная и поэтому доступна только узкому кругу кремлевских правителей. Эту переписку, вероятно, никто бы и не увидел, если бы не анонимная украинская группа хакеров, известная под названием «Киберхунта». Обережно, двери зачиняються. Слава Україні! І ми знову вели. Альянс українських кіберактивістів був образован в 2016 году. Їх цель – боротьба з російською агресією. На прошлой неделе наших активистов. Поле боя – інтернет-пространство. В перший же год після основания кіберхунта провела около 100 успішних операцій. І Суркофлікс. Взломаны страницы Министерства обороны России, Российского государственного телевидения, а также сайт фактического руководителя аннексированного Крыма Сергея Аксенова. На прошлой неделе наших активисты взорвали сеть документами из канцелярии помощника президента РФ Владислава Суркова. Однако самым нашумевшим взломом киберхунты стал взлом электронного почтового ящика Владислава Суркова в октябре 2016 года. В результате этой кибератаки украинские активисты добыли неопровержимые доказательства того, что Россия намеренно действовала в ущерб украинской государственности. Эти документы подтверждают, что Москва финансирует донбасских сепаратистов, снабжает их оружием и с помощью распространения ложной информации создает нужное для себя общественное мнение. Впрочем, информация, полученная из почты Суркова, Украиной не ограничивается. В распоряжении киберхунты также оказались секретные материалы, касающиеся Грузии. Более 2000 документов, четко отражающих, как Кремль работает и к каким методам прибегает для достижения своих целей. Документы рассказывают об оккупированных Россией грузинских территориях, Абхазии и Цхинвальском регионе. В отличие от публичной переписки, где политики, как правило, используют осторожную, взвешенную, даже сухую лексику, переписка Суркова весьма откровенна и неприкрыта. Здесь прямо пишут то, о чем думают, и открыто обсуждают именно те цели, которых хотят достичь в действительности. Грузинская часть материалов Суркова в большей степени касается абхазской темы. И хоть эти документы относятся к 2014-му, политика России в Абхазии и по сей день особых изменений не претерпела. Она основана на интригах, распространении слухов, шантаже и взяточничестве. Неизменен и архитектор этой политики Владислав Сурков. «Серый кардинал Кремля», так Суркова называют в России, формально даже не является членом правящей партии «Единая Россия». Но именно он считается одним из самых влиятельных людей в российских верхах. С Сурковым согласовываются все важные партийные решения, все кадровые вопросы. С его неустанной помощью Кремль борется против свободы слова в России, против политической оппозиции и неправительственных организаций. Сурков – мастер пиара и информационной войны, то есть главного направления для истинно постсоветской страны. В частности, это касается Донбасса, Абхазии и Цхинвальского региона. То есть тех пространств, где Кремль применил военную силу, а теперь пытается
сеть «Русский мир». Сурков напрямую спланировал все информационные кампании в сепаратистских анклавах Грузии и Украины. Но прежде чем подробно уходить в материалы Суркова, следует вспомнить недавнее прошлое и вкратце описать ситуацию в Абхазии 2014 года. Весной в Абхазии разразился политический кризис. Координационный совет оппозиционных партий во главе с Раулем Хаджимбой потребовал отставки де-факто президента Александра Анкваба. Мы все братья. Оппозиция обвинила Анкваба в узурпации власти и выдаче абхазских паспортов грузинскому населению Гальского района. Вскоре требования оппозиции приобрели более радикальные черты и стали включать в себя отставку Анкваба. Назначить досрочные выборы президента Республики Абхазия на 24 августа 2014 года. 27 мая Координационный совет абхазской оппозиции вывел своих сторонников на улицы, и вскоре они заняли резиденцию де-факто президента. Анкваб был вынужден скрыться на российской военной базе в Гудауте, а 1 июня подал в отставку, покинул Абхазию и отправился в Москву. Простейший анализ событий 2014 года в Абхазии указывает, что именно Кремль спровоцировал беспорядки в сепаратистском регионе. Единственной целью этих беспорядков было заключение договора о союзничестве и интеграции с Россией. А теперь о том, какие конкретно документы из хранившихся в электронной переписке серого кардинала Кремля касались Абхазии. О ней почта Суркова хранит немало информации. От 4 июля 2014 года. Автор письма – начальник аппарата Суркова, заместитель руководителя по сотрудничеству с Абхазией, Южной Осетией и странами СНГ Михаил Мамонов. Получатель – Алла Исаева, руководитель информационного портала «Это Кавказ», созданного под руководством ТАСС. Тема письма звучит странно. Мысль о формулировке причины провала краба. Краб – один из методов пиар-технологов, направлен на превращение общества в беспомощную толпу. История этого термина восходит к наблюдениям за поведением этих членистоногих. Если в ведре находится один краб, то он может легко вылезти оттуда. Однако если в ту же емкость поместить множество крабов, они непременно станут мешать друг другу. В результате ни один из них не сможет покинуть ведро. Другими словами, этот метод ослабляет инициативу и делает общество однообразным. Похоже, Российская Федерация пыталась применить его в Абхазии. В тексте Михаил Мамонов поручает Алле Исаевой опубликовать ряд писем против Александра Анкваба в авторитетной газете. Однако наиболее занимателен посыл этого сообщения. Большая часть общества разочаровалась в нем. Причем произошло это не в мае. Примеры. Выступление в сентябре 2013 года. Потом оппозицию просили не предпринимать никаких действий перед Олимпиадой. Насколько в службу пришли люди, которые отвечают требованиям... Дни Анкваба, по-видимому, были сочтены. И Кремль попросту ждал окончания Олимпиады. Весной 2014 года Россия занялась Анквабом вплотную. Москва спешила. На фоне военного противостояния в Украине Кремль должен был интегрировать Абхазию в сжатые сроки. Текстовой документ без указания даты предположительно составлен в мае 2014 года. Письмо предназначено самому Владиславу Юрьевичу,
советнику Путина. Автор – тот же Михаил Мамонов, сотрудник аппарата Суркова. Анквап утверждает, что ни Сурков, ни Мамонов в Абхазию больше не приедут, поскольку вопрос любых новых договоров полностью закрыт. Одновременно с этим Анквап продолжает распространять слух о том, что идея о дальнейшей интеграции в любых формах – это ваша личная инициатива. Представьте себе регион, независимость которого никто не признает, где дислоцирована армия другого государства, то есть чужие солдаты, охраняющие так называемые границы, а правительство назначается по воле другой страны. Какова вероятность, что глава такого региона станет выражать недовольство и проявлять неподчинение? Любой абхазский лидер подписал бы соглашение с Россией. Рано или поздно Анквап сделал бы то же самое. Такое упрямство не обязательно означает антироссийскую позицию. Будь оно иначе, Анквапа не подпустили бы к военной базе и тем более не позволили бы сбежать в Москву. Случай с Анквапом отображал общее состояние абхазского социума. Абхазы стремились под крыло Москвы, но в то же время боялись, что чрезмерное сближение с Кремлем поставит под угрозу их независимость. Абхазия была словно привлекательная дама, которая скандалом развелась с мужем и теперь живет с богатым покровителем. Она хорошо понимает, что живет за чужой счет, но стоит любовнику намекнуть ей на иждивенческий статус, она немедленно залепит хаму пощечину и встанет в обиженную позу. Если сказать без аллегорий, Абхазия получала российскую помощь как должное и при этом требовала уважения со стороны Москвы. Но весной 2014-го у Москвы не было времени возиться с Анквабом. Россия собиралась подписать соглашение об интеграции как можно скорее. Соответствующий план под условным именем «Алгоритм» был разработан в аппарате Суркова. Документ от 14 марта. По нему видно, как Москва планировала интеграцию Абхазии в российское пространство. Выдержка. Конец мая. Выступление фронтмена, прямо ставящего вопрос об ассоциации. На эту роль предлагаем Тараса Шамбу, авторитетного общественного деятеля. Разворачивается активное обсуждение этой идеи в России. Часть экспертов играет роль Жупила, предлагая заранее непроходную идею слияния и поглощения. Противовесом им и нашим основным рупором становятся сторонники умеренного курса на ассоциацию. Параллельно данный вопрос отрабатывается нашими союзниками в Абхазии. Например, Озган, Джергения, Таня и другие. Начало июня. В Москву в рамках работы межпарламентской группы приезжает делегация проверенных депутатов для обсуждения договора об ассоциации. Парламент Абхазии обращается к президенту России и президенту Абхазии с призывом заключить договор об ассоциации. Как целевой ориентир можем избрать дату 18 сентября. Дату заключения договора о дружбе и сотрудничестве. Так легко будущее абхазов решалось в кабинете Суркова. С помощью наемных экспертов промывались мозги абхазского населения. Насаждалось мнение, что Россия бескорыстно помогает абхазам. Кремль осознал, что план грубого присоединения Абхазии под видом ассоциации спровоцирует недовольство местных жителей. И поэтому для достижения цели выбрал другой путь. Был разработан новый проект под названием «Договор об альянсе и стратегическом партнерстве», который признавал независимость Абхазии.
Чтобы избежать неожиданностей, Россия запланировала кампанию в поддержку предпочтительного для себя кандидата Рауля Хаджимбы. Через материалы Суркова можно заглянуть во всю внутреннюю кухню этой кампании. Чтобы проиллюстрировать масштаб операции, достаточно ознакомиться с несколькими документами. Фотография, сделанная на мобильный телефон, которая содержит инструкцию, как действовать против конкурентов. Кем составлен текст, неизвестно. В инструкции из 33 пунктов можно найти такие указания. Необходимо похитить у конкретных лиц телефоны, ноутбуки и другое. Использовать информацию против них. Хорошо платить всем, кто будет против них, выступающим на ТВ. Подготовить не менее 300 автоматчиков из числа гражданских лиц и ветеранов для ЦИК. Платить нашим депутатам в парламенте и в районах. Основную работу проводить с местным населением. Говорите им, если проголосуют за нас, то им будут платить по 10 тысяч рублей ежемесячно весь срок. Платите им хорошо. Обещайте им места в правительстве и парламенте. Непрерывный шантаж, подкуп и запугивание. Во всем этом разбавлялись заказные телесюжеты, целенаправленный интернет-троллинг, пропагандистские публикации в газетах. Инструкция Кремля относительно черного пиара Анкваба. Этот черный пиар был направлен против главного соперника Рауля Хаджимбы на выборах, Аслана Бжания, который был членом команды Анкваба. Обсуждаются методы подготовки телевизионных сюжетов и те вопросы, на которые следует обратить внимание при проведении информационной кампании. По пунктам выделены основные темы для обвинения. Взять, к примеру, обвинение в отношении спорных строительных сооружений. Недостроенный плавательный бассейн в горах, в Тхварчеле, где живут 3500 человек, и работы нет вообще. Бедствующий мертвый город. Блочные дома, где никто не живет, с покрытыми крышами. Имеется постановление городского собрания о покупке «Лексуса» главе администрации, стоимость которого создала перерасход бюджета района. Заодно нужно показать больницу в ужасающем состоянии. Всем известно, больница находится в плачевном состоянии. Могу привести один случай, когда, значит, поступила больная с почечной коликой и, увидев палату, просто отказалась от статс лечения. Внутривенно делала процедуры. И неожиданно свалилась потолок. Я свою пациенту не видела. В таком состоянии мы были. И после этого попросили, чтобы мы оставили это здание и перешли сюда. Ясно, что Москва так старалась ради Рауля Хаджимбы не за красивые глаза. Главная задача Кремля состояла в продвижении в Абхазии той кандидатуры, кто после выборов без колебаний подпишет договор об альянсе. На роль исполнителя такой миссии Хаджимба был чуть ли не идеальным претендентом. Старый кадр КГБ и политик, жаждущий власти. Вот идеальное сочетание, заслуживающее полное одобрение Кремля. Но задачей Москвы было не просто назначить Хаджимбу президентом. Россия должна была убедить абхазских политиков и население в том, что подписание союзного договора жизненно необходимо для Абхазии, и что без России абхазы просто пропадут. Для этого Кремль задействовал все свои ресурсы. Ключевые фигуры в Абхазии были разделены по категориям степени лояльности к России. Начался поиск их слабых мест.
Например, о Тарасе Шабе написано, что побудительным мотивом сотрудничества с Россией может стать желание остаться в истории. Артура Меквабия, который был членом комитета по экономической политике, убедить в необходимости сотрудничества с Россией было легко. Его сын работал в правительстве Москвы. Министру обороны Мирабу Кешмария должны были пообещать звание Героя России. А лояльность начальника администрации президента Астамура Тания покупали взяткой. Деньги также гарантировали благосклонность депутата Беслана Будпы, политика Леонида Дзябшбы и председателя Организации ветеранов Виталия Габния. Но этот перечень представляет лишь верхушку айсберга. В почте Суркова обнаружен документ, из которого следует, что Россией была подкуплена большая часть депутатов парламента Абхазии, большинство оппозиционных партий, армянская диаспора, руководители неправительственных организаций, журналисты. Словом, все те, кто проявлял какую-либо публичную активность. Переписка за ноябрь 2014 года представляет собой смету расходов подкупа абхазов. Документ имеет соответствующее название – «Обеспечение лояльности и управляемости политических партий, общественных движений и парламента». Учрежден специальный фонд для подкупа депутатов. Содержание народных избранников Абхазии обходилось России 960 тысяч. Оппозиция стоила гораздо дешевле – 300 тысяч. Армянская диаспора еще меньше – 120. Во сколько же обходился контроль над неправительственными организациями? На долю масс-медиа выделено 300 тысяч. Большая часть этих средств уходила на заказные статьи, телевизионные сюжеты и создание интернет-сайтов. В конце документа выведена общая сумма всех расходов. Как выясняется, подкуп Абхазии обходился в 1 миллион 806 тысяч в год. В смете расходов валюта не указана, но, по всей видимости, речь идет о рублях. Хотя, возможно, расплачивались и более твердой валютой. Параллельно происходило усиление образа врага в лице Грузии. Кремль уверял, что в условиях стремления Грузии в НАТО, а членство Грузии в Североатлантическом альянсе – лишь вопрос времени, Россия была обязана защищать безопасность абхазов и размещать в регионе воинский контингент. В документах Суркова не скрывается, что основным направлением договора о взаимопомощи является размещение в Абхазии военных формирований на долгосрочной основе. Населению обещали, что после подписания договора пенсионеры будут получать российскую пенсию, а в госучреждениях зарплаты вырастут вдвое, что начнется стремительный рост в туристическом секторе, откроются заводы, улучшится медицинское обслуживание. Правительство Абхазии получит кредиты по низкой процентной ставке для развития республики. Будет осуществлена модернизация абхазской армии и пограничных частей с передачей им новейших видов вооружений и военной техники. Россия возьмет на себя все расходы по обустройству границы с Грузией и максимально упростит пограничные процедуры на реке Псоу. Они обещали все. И казалось, Кремль делал это бескорыстно, только из любви к абхазам. Чего же в действительности хотела Россия? Четкий ответ на этот вопрос
содержится в почтовой переписке Владислава Суркова. 18 июня 2014 года. Видно, что это рабочая версия документа, и в переписку вносятся дополнения и исправления. Перечислены тезисы, почему Россия – лучший друг Абхазии. В конце письма – заключение Мамонова. В реальности у нас три темы, которые беспокоят Россию. Первая – новый договор о союзе и интеграции. Вторая – открытие грузино-абхазского участка железной дороги для обеспечения транскавказского транспортного коридора вдвойне актуально после вступления Армении в таможенный союз. Третья – принятие закона, который позволит россиянам покупать в собственность жилье на территории суверенной и гордой Абхазии. Подача этого вопроса должна быть только от абхазов. Та команда, которая больше и громче других будет кричать об этом, получит сладкую конфету. Для кремлевских политиков Абхазия была всего лишь пешкой, искусственно созданным территориальным образованием, у которого ничего не спрашивают и существование которого зависит исключительно от доброй воли России. В переписке от 22 июня российские интересы в Абхазии еще более расширены и уточнены. Документ составлен в виде таблицы. В правом поле приведен список различных событий, а слева объясняется, чего ожидает Россия от конкретных направлений. Например, мероприятия, запланированные в области культуры и истории, для отстройки стереотипа российской экспансии в абхазском обществе, то есть для разрушения этого стереотипа. Восстановление транспортной инфраструктуры осуществляется с целью контроля воздушного пространства Абхазии и увеличения объема железнодорожных перевозок. Развивая аграрный сектор, Россия надеется получить дешевое сырье. Кадровый резерв и социальный лифт особенно интересен. Эта сфера дает возможность сформировать лояльный управленческий состав, вне зависимости от того, кто станет президентом. «24 августа 2014 года на внеочередных президентских выборах победил Рауль Хаджимба. От России!» Через три дня после выборов Хаджимба уже встретился с Путиным в Москве, пообещав президенту России как можно скорее подписать союзный договор. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и президент Республики Абхазия Рауль Джункович Хаджимба подписывают договор между Российской Федерацией. 24 ноября того же года Россия достигла своей цели. В Сочи Российская Федерация и сепаратистская Абхазия подписали соглашение о союзе и стратегическом партнерстве, направленное на выработку общей внешней политики, создание общего пространства обороны и безопасности, а также формирование общей экономической и социальной среды. Вопрос заключается в том, чтобы обеспечить безусловное безопасное существование Абхазии, обеспечить безопасность ее границ, создать условия для дальнейшего развития торгово-экономических связей. Разумеется, в конечном итоге для того, чтобы улучшить жизнь людей. Наш народ давно сделал свой исторический выбор в пользу укрепления равноправного сотрудничества и союза с Россией. Это соответствует нашим долгосрочным стратегическим интересам и закладывает надежную основу для дальнейшего укрепления суверенитета и безопасности Республики Абхазия. Абхазия оказалась на полной дотации у России. Содержание сепаратистов обходится Москве более чем в 5 миллиардов рублей в год.
Но в регионе нет даже следов этих миллиардов. Из-за тотальной коррупции, высокого криминогенного фона, словом, абсолютного беспредела, российские деньги в Абхазии тратятся впустую. Для правящих элит России и Абхазии такая ситуация вполне удовлетворительна. Абхазская элита занята обустройством собственного благосостояния. А Кремлю нужна точно такая Абхазия, какой она является сегодня. То есть связанная с Россией коррупцией и компроматами правящая элита и обнищавшее общество, живущее под влиянием российской пропаганды. Несмотря на огромный курортный потенциал и природные ресурсы, сегодняшняя Абхазия выглядит как отсталая российская провинция. Здесь расположены российские воинские части. Российские солдаты охраняют границу Абхазии, а в порту стоят российские корабли. Большая часть населения имеет двойное гражданство. Здесь действует российская страховая система, российские операторы мобильной связи. Русский является официальным государственным языком, а рубль – единственное платежное средство. Милиция здесь также построена по образу и подобию российской. Широко практикуется вымогательство денег у водителей на дорогах. Минимальный тариф для откупа – 6 тысяч рублей. Встаньте, встаньте, встаньте. Пусть вас, на вас страна посмотрит. Это что за самочинство? Это что за люди, которые принимают сами по себе решение, брать им взятки или не брать на дорогах? Позор! Обездоленные люди, экономические трудности, тяжелый социальный фон. Пусть ремонт им нормально сделают, пусть им дадут оборудование, и все больше и больше у нас здоровых людей будет. Я пожелаю, чтобы им Бог помог. А может, потом президент и правительство поймут, что им помочь надо. Есть в абхазской столице место, которое сухумчане просят не фотографироваться. Сегодняшняя Абхазия – это регион, который, по сути, застрял в советском прошлом. Немного истории. Это место будто было заморожено где-то в конце 1980-х годов. Эпоха позднего Советского Союза. Обветшалые здания, которые никто не ремонтирует. Остановленные предприятия, заброшенные железнодорожные станции. Здесь уже давно никто не ждет поезда. Города заполнены мусором. А устроить его вывоз никто и не думает. Горы бытовых отходов в непосредственной близости от жилых кварталов. Как следствие, невыносимый смрад, крысы и нависшая угроза эпидемии. Мы не позволим, чтобы наша столица превратилась в большой мусорный полигон. Пора прекращать. Эта ситуация катастрофическая. Это общая беда, экологическое бедствие. Он вплотную подошел в сотни метрах, 200-300 метров. Мы живем здесь люди, которые воспитываем детей. Каких детей мы воспитаем возле с таким соседством со свалкой? Мы не хотим, чтобы наши дети болели. Мы хотим, чтобы у нас мы, туристическая курортная страна, туристический город, столица, мы превратили ее в большой мусорный полигон. Дышать просто тяжело очень здесь находиться. Я не знаю, как к этому можно привыкнуть. Гостей домой не можешь пригласить. Стыдно на самом деле. Невозможный запах. И коровы, и собаки. Кстати, и крыс много стало. Вот, особенно последние 2 года я замечаю, везде шныряют вот у нас там. Неисправная система канализации. Загрязненное побережье. Из-за поломки очистительных сооружений фекальные массы целых 3 месяца попадали прямо в прибрежную акваторию Сухуми.
Руководительница соответствующей городской службы пожимает плечами. Когда будет заменен вышедший из строя агрегат, она не знает. Заказаны и оплачены новый насос и запчасти к сгоревшему насосу. Поэтому мы только ждем доставку нового насоса и запчастей, а дальше уже технические службы будут решать, что быстрее и лучше, то ли смонтировать новый насос, то ли отремонтировать имеющийся насос. Поэтому на сегодня работает аварийный сброс в Сухумской бухте. Любительские кадры российских туристов. Сухуми и Гагра. Опустевшие пляжи. Кстати, в советский период здесь яблоку было негде упасть. Абхазия, Гагра. Мы попали в прошлое. Здесь полнейшая разруха. Вот это типа парковая зона. Ну да, растут красивые деревья, птички летают, но здесь никто ничего не убирает. Все здесь запущено, конечно. Дороги все разбиты, кругом лужи, тротуары есть, но они тоже все разбиты. Тротуары построены по ходу еще с советских времен, не ремонтировались больше. Вот так здесь. Абхазия, Гагра. Идем к морю. Даже лягушки в болоте ржут над нами. То, что мы приехали в эту деревню. Сейчас 99% всех туристов из соседней России. А их отзывы преимущественно далеко не восторженные. Я от Гагер больше ожидал. Вообще-то. Ну как это? Тебе ж сказали. Природа красивая, а так разруха. Ну да. Жалобы на дискомфорт, необустроенную инфраструктуру, ненадлежащее и даже грубое обслуживание. Привет, меня зовут Вячеслав. Меня зовут Альмина. Заканчивается наш отпуск. Мы здесь пробыли почти неделю. И уже можем сказать наши окончательные впечатления, поделиться нашими окончательными впечатлениями про Абхазию и про отдых в Абхазии. Здесь вся инфраструктура, она, конечно же, вот как застряла на 30-летней давности, то есть да, со времен развала Советского Союза, со времен здесь местной войны с Грузией, так и осталось. То есть инфраструктура уже современная, ну не поддерживает современные, устарела, как бы, да, устарела и уже вот рассыпается буквально тут на глазах. И, ну и, соответственно, здесь и сервис такой вот. Ну и вообще условия здесь именно такие, 30-летней давности. Я давно уже так не жил, я здесь почувствовал себя как в пионерском лагере. Да, а точно. Это было в последний раз, как раз 30 лет назад. Поэтому если у вас было светлое пионерское детство, вы будете чувствовать себя да, вполне комфортно и хорошо. По сравнению с другими абхазскими городами, в Гагре больше отдыхающих. Это связано с близостью российской границы. Чаще всего сюда приезжают любители экзотики. Но, видимо, по всем перечисленным причинам, надолго они здесь не задерживаются. Мы видим в Абхазии совершенно пустые пляжи в пик, в разгар сезона. Всем привет, с вами Даниил Богачков из города Гагра. Посмотрите вокруг, посмотрите, вот сколько вы видите людей. Сейчас, чтобы вы понимали, 4 часа дня, погодка такая достаточно ветреная и не позагораешь, но море очень теплое, волна достаточно небольшая и вообще в принципе тепло на улице, как видите, я вот в мокрой футболке и мне не холодно. Короче говоря, это совершенно прекрасный день для того, чтобы провести его на пляже, но мы видим, что здесь совершенно пусто и это не какой-то заброшенный пляж, а это центральный пляж Старой Гагры. В Сухуми ситуация не лучше. Пляж здесь тоже пустой. Российские туристы в столицу Абхазии приезжают неохотно. Сухуми, конечно, изменился, и в нем есть удивительно красивые места. Но даже спустя 27 лет после окончания вооруженного конфликта следы войны все еще заметны. Thank you.
городе много домов, следы от пуль на которых можно увидеть и сегодня. Здание Верховного Совета Абхазии до сих пор стоит сожженным и опустошенным. Ситуация на юге региона значительно более плачевная. Совершенно мертвые города, полупустые поселения. Мы решили погулять по городу. Помните, мы сейчас в этом Чили, в Абхазии. И смотря по сторонам, у меня приходит на ум только одна фраза. Припять? Не слышал. Потому что здесь не то, что целый город заброшен, здесь полстраны заброшен. Знаменитое колесо обозрения Очамчира стоит заржавленное и бездействует вот уже более 20 лет. Жители города уехали в Россию в надежде найти там работу. Рабочих мест очень мало. Вы сами знаете, ничего не работает, никакая сфера жизни не работает. На кадрах, снятых из автомобиля, видны до основания разрушенные дома. Тварчели. Бесхозное, забытое всеми место. Город был основан в 1942 году для добычи угля. Когда-то в Тварчели квартиры уходили по московским ценам. А сейчас здесь живет 3500 человек. А вы здесь всю жизнь? Да, я в шахте работал. Да. А сейчас где? Здесь, в этом доме живу. Здесь живете, да? Да. А здесь много людей живет уже? Никто не живет, я один там. Опустошенное пространство, угнетающая атмосфера. Дома-призраки. На крышах и в окнах уже растут деревья. Основным доходом населения является продажа вторичных строительных материалов. В Тварчели жить очень тяжело. Вот, ну, некуда идти, а то отсюда надо ноги дать. Пособие 500 рублей, а вот рублей вовремя не получаем. Бывшая школа. Лестница здесь покрыта мхом. Внутри нет ничего, кроме бытового и строительного мусора. Грузинская книга в заброшенном, полуразрушенном доме. На синей обложке надпись с позолотой. Основы политического знания. Абхазы россиян не любят. Несмотря на все усилия Кремля, местный парламент не принял закон, позволяющий гражданам России приобретать недвижимость в Абхазии. С туристами обращаются как с дойными коровами и относятся к ним соответственно. Часто происходят конфликты, случаи вымогательства, издевательства. Я 100 рублей давал, вы тебе дали 1100, сколько нам дать? 600 сказал за фотографию. О, что, блин, это разве не 600? Вот сказал 400. Давай, сказал реально по 200 рублей. Ты что меня снимаешь? Давай. А? День тебя. А что ты снимаешь? Ничего. Сейчас иди на голову этот фотоаппарат одену, понял? Я не советовал тебе дерзить-то, братан. Буду я дерзить, потому что вы так себя ведете здесь, слушай. Вот, да что он лежит, вы порвали вас. Держи. Так вести себя на по-человечески, если договорились, так надо как-то вести себя. Езжай нахуй отсюда. Через 5 минут ты здесь стоять не будешь на ногах. На ногах? Да. Если ты меня ударишь, ты сумеешь это сделать? Ты меня пугаешь. Давай нахуй машину выгони. Я не буду ее убирать. У меня ребенку плохо, мы не можем далеко от машины. Не выгони тут, тогда туда на второе парковочное место. Почему? Понаехали, твою мать. Между прочим, мы платим за свое, понаехали. За 20 рублей на парковку 50. Доебал я эти деньги, нахуй машину выгони. Несмотря на отношения абхазов, Россия планомерно старается закрепиться в сепаратистском регионе. Основную борьбу Кремль ведет за умы абхазов.
Москва мастерски создает в них ощущение незаменимости России. Абхазское общество убеждают, что Россия является их бескорыстным покровителем, разделяя с ними общие ценности, культуру, историю и традиции. Особое внимание уделяется общему прошлому. 9 мая – праздник, когда абхазы и россияне должны чувствовать себя едиными. Сердечно поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы. Их деды воевали бок о бок с немецкими захватчиками. Абхазские воины помогали русским, жертвуя собой ради общей родины. Время прошло, и теперь потомки героических дедов снова борются против оккупации. Только захватчиком теперь стала Грузия. И Россия, не раздумывая, протянула руку помощи абхазским братьям. Наша история началась с рассказа об украинских киберактивистах. И будет правомерным закончить ее их предупреждением. Предание огласке настоящих материалов является посылом и предупреждением всем партнерам России, в особенности слабым и зависимым от нее. Не доверяйте России. Если на официальном уровне РФ обещает помощь, в это же самое время Кремль планирует государственный переворот в вашей стране, чтобы привести во власть покорные и полностью подконтрольные ему силы, никак не учитывающие ваших национальных интересов.